Школа номер 13 Гусь-Хрусталин, где перед началом учебного года рухнул потолок, готовится к ремонту. Подрядчик разрабатывает проектную документацию для противоаварийных работ. Они нужны, чтобы здание не разрушилось еще больше. Параллельно идет техническое обследование школы. Итоги экспертизы покажут, какие работы в ней необходимо провести. Пока учебное учреждение закрыто. Глава города принял решение, принял ответственность на себя для того, чтобы приостановить, для того, чтобы как раз провести вот эти глубинные обследования всего здания для принятия дальнейшего решения. Объем работ, который понадобится выполнить, он может быть разный. Мы сейчас не можем его сказать. Это может быть огромный объем. Он может быть небольшой объем в рамках ремонтных работ. Да? Вот это мы все увидим, когда отработают профессионалы. Сейчас специалисты изучают несущие конструкции. В ближайшее время приступят к исследованию фундамента. Здание – памятник регионального значения, поэтому экспертизу проводит профильная организация. Ученики аварийной школы ходят на уроки в 16-ю. Обучение проходит две смены, иначе всех не вместить. Первоклассников отправили заниматься в детский сад. Местные администрации заявили, жалоб и вопросов от родителей не поступало. С родителями была проведена большая работа, было проведено большое родительское собрание, были встречи с родительским комитетом, были встречи с родителями по классам непосредственно, когда детей встречают, провожают и прочие вот эти вот нюансы. Поэтому я полагаю, что сейчас все уже привыкают и все в порядке. Секции тоже у нас смогли, скажем так, дети, кто учится во вторую смену, так как в городе есть еще две школы, которые обучаются в двухсменку. Соответственно, с этими моментами тоже все вопросы решены. Депутат местного горсовета Виктор Шохрин планирует создать специальную рабочую группу, чтобы контролировать ремонт школы. С родителями мы создадим совместную комиссию депутатскую, в которой их тоже привлечем, работников администрации, депутатов. Вот здесь проект решения уже есть, внеочередное заседание городского совета, посвященное этой теме. Все. И мы шаг за шагом в режиме ежедневном будем этот процесс контролировать. В этом учебном году в школе номер 13 занятия не начнутся, заявили в администрации Гусь-Хрустального. Итоги экспертизы будут известны только через 2 месяца. После предстоит определиться с типом работы и заказать проект. Работы предстоят масштабные. Кстати, обвал потолка не первое обрушение в школе. В 1998 году в здании провалились туалеты с 3-го на 1-й этаж. Причина – ошибка в проектировании. Тогда, как и в последний раз, никто не пострадал. Константин Миронов и Андрей Беляков. Губерния 33.